Всем привет! Вообще-то в январе я не собирался делать какой-то ролик, но поскольку волею случая я оказался вместе со своими друзьями на фильме «47 Ронинов», то мне есть что сказать. Хочу заметить, что из нашей компании в 7 человек фильм не понравился никому. Причем мы даже не могли объяснить друг другу, почему именно. Вроде актеры старались, и природа красивая, и операторская работа хороша, но все время что-то царапало. Мне кажется, что я понял, в чем проблема. На мой взгляд, проблема фильма в том, что он все время пытается стать чем-то другим. То, что начиналось как историческая драма, с первых же минут превращается в фэнтези с появлением огромного монстра. Причем наличие этого гиганта, словно сбежавшего из мультфильма «Принцесса Мононоке», ничем не объясняется. Медитативность повествования, статичное положение камеры – все это – попытки придать фильму азиатские мотивы. Вот только то, что свойственно для азиатского кино, не всегда выгодно смотрится в американском. Да и не камерой нужно передавать чужую школу. Спилбергу удалось неплохо скопировать операторские приемы Стэнли Кубрика в фильме «Искусственный разум». Но скопировать не значит передать. Предание о 47 Ронинах довольно интересно само по себе. Добавив в историю ведьм-колдунов, сценаристы лишь усилили ощущение вторичности. Все это мы уже видели. И воина, который отрекся от своих, но затем вернулся, чтобы попросить их о помощи. И злобного злодея, чьей правой рукой является соблазнительная волшебница. Более того, когда нам первый раз показали самурая, полностью закрытого черными доспехами, я поспорил с приятелем, что доспех окажется пустым. И я выиграл. Для жанра фэнтези фильм слишком предсказуем, а что касается исторической основы, даже фильмы о волшебнике Мерлине помогают изучить историю лучше. Фильм не ужасен, но режиссеры и сценаристы могли потратить силы на создание чего-то получше. На этом все. Поздравляю всех с праздниками и желаю, чтобы в новом году вы смотрели только хорошие фильмы. Удачи!